Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 294. Сколько полных ведер воды вмещает детский бассейн, если для его заполнения потребовалось принести 32 одинаковых бидона с водой, а для заполнения водой ведра нужно 3 таких бидона? Получи ответ на поставленный вопрос с помощью деления с остатком». Давайте кратенько запишем условия. Итак, детский бассейн. Бассейн. Для его заполнения требуется 32 бидона. Так, а одно ведро это 3 бидона. То есть получается, что ведро больше, чем один бидон. Ну, вообще-то в 3 раза больше, потому что в одном ведре содержится 3 бидона воды. А нам нужно выяснить, сколько полных ведер воды вмещает в себя детский бассейн. Тогда, чтобы узнать 32 бидона, это сколько ведер, нам нужно 32 бидона разделить на 3, потому что каждые 3 бидона – это одно ведро. Ну, 32 на 3 без остатка не делится, а делится с остатком. Давайте разделим 32 на 3 поразрядно. Ну, число 32 состоит из 3 десятков и 2 единиц. Если мы 3 десятка разделим на 3, то получится 1 десяток, то есть 10. А 2 – 2 единицы. Поскольку 2 единицы на 3 нацело не делится, то вот их мы запишем в остаток. Значит, будет 10 и в остатке 2. Что эта запись обозначает? Эта запись обозначает, что в 32 бидонах содержится 10 ведер воды, и еще 2 бидона будет в остатке. Запишем ответ, но давайте вначале еще раз прочитаем вопрос. Сколько полных ведер воды вмещает в себя детский бассейн? 10. Так и напишем. Детский бассейн вмещает 10 полных ведер воды. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.